Здравствуйте, вы смотрите iNews, в студии Андрей Соколов. В ближайшие минуты все самое интересное из мира высоких технологий. Европейское космическое агентство готовит к первому запуску многоразовый космический корабль. Об этом сообщает портал hinews.ru. В свой первый суборбитальный полет корабль должен отправиться уже завтра, 11 февраля. Ракета-носитель с французского космодрома Куру выведет его в космос, после чего корабль приводнится в Тихом океане при помощи парашюта. Сам космический самолет, как называют его ученые, получился миниатюрным. Его длина всего 5 метров, а вес 480 килограммов. Питается корабль от мощных батарей, при этом дальность его полета может достигать 7500 километров. Максимальная скорость также впечатляет 7700 километров в час. Создатели космического корабля планируют в дальнейшем использовать данные технологии для пилотируемых полетов, а также для доставки ценных грузов на Международную космическую станцию. Настоящую электростанцию в миниатюре представили на одном из стартап-сайтов американские разработчики. Девайс разработали с целью продлить жизнь смартфоном и планшетом, если пользователь находится вдали от розетки. В качестве топлива электростанция использует сжиженный газ, и заправить ее можно как обычную зажигалку. Одной полной заправки хватит для того, чтобы зарядить среднестатистический смартфон 11 раз. Получается, без розетки можно прожить больше недели. В данный момент разработчики собирают деньги на производство, и уже сейчас сумма получилась внушительной. Им удалось получить более $1 миллиона. В Татарстане в системе «Народный контроль» может появиться графа «Незаконные карьеры». Татарстанцы смогут онлайн пожаловаться на разработку земель с нарушением законодательства. Сейчас для этих целей работает только горячая линия. К слову, в минувшем году в Татарстане было выявлено более 200 незаконных карьеров. Об этом сообщил глава Министерства земельных и имущественных отношений Республики Азат Хамаев. Напомним, система «Народный контроль» подразумевает активное участие татарстанцев в жизни своих городов. Здесь можно разместить обращение по множеству проблем, к примеру, неправильно припаркованные или брошенные автомобили, некачественно оказанные услуги ЖКХ, плохая уборка снега, неудовлетворительное качество услуг сотовой связи и так далее. Для того, чтобы разместить заявку, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг Татарстана и затем перейти в соответствующий раздел. Далее наша рубрика «Видео». Фридайвер Гийом Нэри превратил океан в космос. Для этого он использовал подводные течения и собственный артистизм. Гийом погрузился на океанское дно недалеко от Таити. При просмотре действительно может сложиться впечатление, что перед нами не вода, а поверхность чужой планеты, на фоне которой двигается человек. Ролик набрал более 1 миллиона просмотров. Полную версию ролика вы можете посмотреть в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. На этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира IT-индустрии. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго. До встречи.